субботу в Грузии проходят парламентские выборы, впервые организованные по полностью пропорциональной системе. Один из ключевых вопросов – путь страны в ЕС. На улицах проходят демонстрации, в которых участвуют как сторонники, так и противники европейского курса. На протяжении трех сроков у власти в стране остается партия «Грузинская мечта», которую создал олигарх-миллиардер Бидзина Иванишвили. Его и его соратников обвиняют в том, что они фактически сошли с европейского пути, аннулировав те достижения в этой области, что уже были, и проводят пророссийскую или, во всяком случае, антизападную политику. They have done this extreme anti-Western turn in order, I think, to try and stay in power, to reduce democracy in Georgia, in order to reduce checks and balances. It's a position which obviously alienates the West and Georgia's Western friends, gets them a bit closer to Russia, also closer to some other illiberal governments around the world. They're particularly close to the Hungary of Viktor Orban. За последнее время грузинские власти приняли целый ряд спорных законов. Были запрещены однополые браки и усыновление детей однополыми парами, а СМИ и гражданские организации, финансируемые из-за границы, были объявлены иностранными агентами, точно так же, как это сделали в свое время в России. Basically, their activities, the passing, adopting of the legislation, are very pro-Kremlin. So they do not openly say that Georgia comes closer to the Russia, but all their actions, all the legislative work, basically does it. So this is their strategy. Now Russia is engaged and basically interferes into the internal politics through this government, so it doesn't have to show up more strongly. Грузия получила статус кандидата в члены ЕС в декабре прошлого года, но уже в июне этого Европейский совет заявил, что процесс де-факто приостановлен из-за антидемократических действий грузинских властей, которые угрожают европейской интеграции страны.